А теперь о событии, которые обсуждают весь спортивный мир. Об уходе Евгения Медведева, тренера, с которым чемпионка работала 11 лет. Все гадали, что же между ними произошло. И вот сегодня свою версию представит Этери Тутберидзе. В программе «Время» эксклюзивное интервью тренера нашим корреспондентом Натальей Минской. Кажется, это тот случай, когда молчание говорит само за себя. Евгения Медведева не выходит на связь ни с журналистами, ни с собственным тренером. Вот сообщение, которое Этери